Грошев Григорий Петрович родился в 1916 году. На фронте с 25 июля 1941, с ноября 41 до 2007 считался без вести пропавшим. Останки красноармейца обнаружены поисковым отрядом «Обелиск» в районе деревни Батюшково Смоленской области. Опознан по солдатскому медальону. Перезахоронен на поле памяти в поселке Темкино Смоленской области. Казанин Иван Прокопьевич родился в 1914 году, ушел из жизни в 1948. Гвардии старший сержант. Ушел на фронт 20 ноября 41 года. Сражался пулеметчиком на Западном фронте. Трижды был ранен. Демобилизован по ранению 10 октября 1944. Награжден орденом Славы второй степени, медалью за отвагу. Литвинова Татьяна Ефимовна. Родилась в 1927 году, ушла из жизни в 1992. Младший лейтенант. Добровольцем ушла на фронт в 41-м. Прошла всю войну. Победу встретила с боевыми наградами. Панфилова Лыкова Людмила Лукьяновна. Родилась 27 июля 1925 года. Ушла из жизни 11 октября 1993. На фронт ушла в 43-м году связисткой. Служила в полку Рокоссовского на Белорусском фронте. Среди боевых наград – орден Отечественной войны второй степени. Нестеров Алексей Денисович. Родился 15 октября 1922 года. Из жизни ушел 21 декабря 1980. Старший лейтенант медицинской службы. Ушел на фронт 24 июня 1941 года. Служил фельдшером на Западном, Брянском, Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах. В августе 42-го был ранен. Награжден двумя орденами «Красная звезда», двумя медалями за боевые заслуги, медалями за оборону Москвы, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. Кайгородов Семен Николаевич родился 15 февраля 1912 года. Ушел из жизни 22 сентября 1995. Рядовой стрелок. Ушел на фронт 23 июня 1941 года. Сражался на Западном фронте. 1 августа 1941 получил тяжелое ранение в голову. Находясь в госпитале в городе Воронеж, 21 июля 1942 года попал в плен. В 1985-м награжден орденом Отечественной войны второй степени. Сергеев Тимофей Хрисанфович родился 5 июня 1921 года. С первых дней войны сражался в составе 251-й гвардейской отдельной зенитно-артиллерийской дивизии. С 43-го года в составе 36-й гвардейской отдельной зенитно-артиллерийской дивизии командиром артиллерийской дивизии. Ленинградский фронт «Защитник дороги жизни» принимал участие в битве за Ленинград. Сергеев Андрей Хрисанфович родился в 1923 году, рядовой, красноармеец. Погиб 30 августа 1943 года под Смоленском. Улыбин Павел Евстратьевич – родился 12 июля 1913 года. Ушел из жизни 13 декабря 2000-го. Сержант. Ушел на фронт 23 июня 41-го. Электрик 447-й отдельной автороты подвоза 211-й стрелковой Черниговской краснознаменной дивизии. Сражался на Западном, Брянском, Центральном и 4-м Украинском фронтах. Дважды был ранен. Награжден орденами «Красная звезда», Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией.